Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая, и сегодня у меня видеоролик не о огороде простом, а про огород на балконе. Вот когда я в этом году было холодно, и я говорила, что можно посеять все в грядки-переноски, они очень удобны, их можно туда-сюда таскать. Но до этого я всегда высаживала, как обычно, вот у меня тут укроп, петрушка, лук, всю зелень. И в комментариях прочитала одна женщина, написала девушка, что она удачно, всегда успешно выращивает редиску. Я почему-то думала, что редиски в грядке-переноске будет места мало. Но в этом году я первый раз посеяла редиску вот в такой ящичек. Сейчас покажу вам какой. Вот в такой большой, невысокий. И смотрите, какие дружные ребята. И вот сейчас надо уже прореживать. И знаете, тут были снегопады, тут были метели. Конечно, я традиционно посеяла и в холодную теплицу редиску. Но так как было минус 8 в этом году, я уже говорила, у меня первый посев капусты и редиски там замерз благополучно. И как раз вот этот вот экспериментальный ящичек редиски, который по совету зрителей я посеяла, он удался на славу. Я вот жду завтра 9 мая, внук приедет в гости, будем прореживать с ним редиску, я без него не хочу нарушать вот эти стройные ряды, чтобы он посмотрел, какие бабуля красивые редиски ему вырастила. Тут смотрите, есть вот такие большие, эти крупные, красные, это, по-моему, снегирек. Есть вот эти, которые я показывала, как типа 18-дневый французский завтрак. Но только я на плохую всхожесть сделала скидку и посеяла очень часто. Видите, как? И все взошли, все выросли. Они уже выперли, бедные, из земли. Вот их надо прореживать. Они из последних сил там крепятся, друг друга жмут уже. Я жду внука. И вот про огород на балконе. Так что могу вам теперь подтвердить, что можно в простом ящичке, в контейнере пластмассовом, вот из-под мандаринов или там из-под апельсинов, которые магазины обычно выбрасывают, можно посеять редиску. Она прекрасно здесь вырастет. И я ошибалась, что мало места ей будет. Вот уже можно вполне делать салат. Завтра пойдем с ним и будем собирать все ингредиенты на салат. Редис, зеленый лук, укроп. Петрушка еще не выросла, не будем ее трогать. Все, до свидания. Вот это вот просто, ну как, еще раз подтверждает, что на балконе можно выращивать редис успешно в маленьком-маленьком ящичке. Оказывается, он там прекрасно вырастает. Все.